Приветствую вас, мои дорогие подписчики, подписчицы, мальчики и девочки, а также гости канала Шалунрики. В этом видео мы с вами соберем робота-игрушку. И будет выглядеть он вот так, как на этой инструкции. По-моему, очень даже забавный. Это конструктор из серии «Сделай сам». И робота мы соберем из вот этих самых деталей. Все, что нам потребуется, здесь должно быть. Пришла к нам эта игрушка с AliExpress. И думаю, будет это интересно тем, кто любит мастерить что-то, собирать. И, конечно, от результата потом приходит восторг. Тем более, раскрою вам секрет. Этот робот не просто робот, он еще и моторизированный, то есть он умеет перемещаться. А вот как он это делает, мы с вами сможем узнать лишь только тогда, когда его соберем. Давайте посмотрим, из каких же деталей он состоит. Это как раз отсек для батареи, который приведет робота в движение. Это обычный деревянный шпатель, который разделили на две половинки. Еще один проводок. Скорее всего, что это будут его ножки. Ну а это мягкая подставка. Элемент для глаз. А вот и тело робота. Да, он совсем-совсем небольшой. Примерно, наверное, сантиметров 7. Двусторонний скотч. Ну, а тут я вижу глазки. Еще одна деталька с кнопочкой включения. Из этих деталей мы с вами соберем этого робота. Внутри инструкция. И здесь пошагово показано, как же это нужно сделать. Думаю, что с такой игрушкой справится самостоятельный ребенок где-то лет от 5. Ну а мы сейчас вместе с вами соберем и попробуем. Посмотрим, что у нас из этого получится. Для начала нам понадобится тело. Это оси для ног. Теперь устанавливаем ножки. На них робот может самостоятельно стоять. Такой глазастик у нас получается. Надеюсь, что все правильно скрепило. Осталось поставить его на ножки. Если мы все правильно сделали, то наш робот готов. Кнопочка включения, а сзади отсек для батареек. Здесь вставляются обычные пальчиковые. Давайте попробуем. А теперь включаем. Да, очень забавно. Вот такой получился у нас красавчик-робот, который может самостоятельно перемещаться. И сделать его было совсем несложно. Признаюсь честно, мне понравилось собирать такого робота. А вам понравилось? Напишите об этом в комментарии. Хотели бы вы попробовать собрать что-то аналогичное? Думаю, что многим мальчикам бы захотелось поэкспериментировать и сделать что-то самому. В общем-то, смысл этой игрушки заключается именно в этом. Я, мои дорогие друзья, с удовольствием этот конструктор робота-игрушку из серии «Сделай сам» разыграю и кому-нибудь из вас подарю. Тот, кто хочет принять участие, пожалуйста, пишите комментарий под этим видео, ставьте лайки и проверяйте подписку на канал. И напоминаю, что подписки должны быть обязательно открытыми, а в комментарии укажите, что участвуете в конкурсе. Собрать его снова можно, разобрать также труда никакого не составит. Итоги розыгрыша мы подведем через 3 недели, как обычно. Ролик с итогами выйдет в воскресенье, где я и покажу, как программа «Рандомайзер» выбирает победителя.
Участвуйте, а также делитесь видео со своими друзьями, знакомыми, со всеми теми, кому бы было интересно пополнить наши ряды, смотреть ролики с обзорами игрушек и, конечно, принимать участие в конкурсах. На этом видео подошло к концу. Надеюсь, было интересно и увлекательно собрать этого робота вместе со мной. А если так, то поддержите лайком, в любом случае, мне будет очень приятно. И, конечно, подпиской на канал. На этом прощаюсь, всем спасибо. И пока-пока. До новых скорых встреч. Увидимся на канале Шалундрики.